зловредное. Железнодорожная станция Аютхая. Мы здесь в течение следующего месяца. Он странно смотрит. Это как-то странно все. Лодка раскачивается, господи. Еще есть чемоданы? Спасибо. Еще жарче? Фу, как противно. Меня уже укусили. Так это Таиланд. Выглядит потрясающе. Такое ощущение, что мы застряли здесь. Это будет незабываемое впечатление. Ну, после поездки на поезде, в такси, а потом на лодке. Довольно неплохой опыт сам по себе. Не будь такой занудой. Место огромное. Да, но слова редко приходят на ум. Знаешь что, я просто рада, что это не хижина, ясно? Почему избушка? Это Юго-Восточная Азия, обучающая детей. Я ожидала хижину. Это не намного лучше. Ну, сестренка, мы же в Таиланде, мы спасаем мир. Наслаждайся. Ладно, как насчет того, чтобы просто зайти внутрь, как нормальные люди, и что мы будем делать? Мы научим маленьких детей алфавиту. Давайте не будем забегать вперед. Господи. Что ты делаешь? Ничего. Просто восхищаюсь, как круто выглядит кукольный домик. Это называется Домом Духов, и он освящен в тайской культуре. И откуда это я должна знать? Что это должно значить? Ах, Алекс, неважно, поистине блаженство. Я так рада, что я никак не связана с вами двумя. Подожди, я не въезжаю.
Ладно. Ой, да ладно. Что ты делаешь? Застряла. Наверное, потому что это кусок фигни. Ну-ка, дай посмотреть. Ну, что вы думаете? Не так невежественно ведь, да? Клянусь, я буду пороть ее этим летом. Ну подожди, пока она не будет бухой, чтобы было не так больно. Люблю тебя, Аль, клянусь. Ну, ладненько. Эй, не судите книгу по ее обложке, верно? Не совсем неудачно. Ух ты, все такое старое. Сколько им лет, как вы думаете? 1000 лет? Не знаю. И видите? Я же сказала вам, что это удивительно. Так женщины из бюро сказали. Чур, самая большая комната моя. Заметана. Но это справедливо, поскольку я никогда не сомневалась в этом месте. Ну, как я уже говорила, это не совсем так хреново. Ты говорила, что тебе жаль. Нет, я имела в виду говёный. Хорошо, девочки, вы хотите посмотреть остальные комнаты? Я лишь напомнила, что я спросила первой. Я не помню этого разговора. Джулс, вспомни, кто был первый с просьбой? Нет. Знаете, я не помню ничего об этом. Вы, девчонки, такие приколистки. Прости. Я не знаю, должны ли мы быть тут. Я уверена, все в порядке. Девочки, смотрите. Похоже, традиционный тайский диван или что-то типа того. Удобный. Ёпта. Выглядит старый. Это чё, золото? Вряд ли. Кряска, наверное. Гляньте, откалывается прямо там. Какая холодная. Хорошенькая. Ну, если это антиквариат, ты не касайся его, Аль. Ты права. В натуре? Эй, ладненько, я немного испугалась от этого, так что давайте, я не хочу быть ответственной за нарушение древней статуи. Хорошо? Ладно, девочки, какие планы? Теперь мы можем пойти поесть, пойти в город и бухнуть текилки. Что? Усни. Хорошо. Спать. Пошли. Эй, детка. Клевая рубашка. Что делаешь? Только что проснулся. Проверяю самую маленькую возлюбленную. Сколько сейчас времени там? Полдень. Я смотрю, ты свой отпуск этим летом хорошо используешь. Ну, ты знаешь причину, почему я стал учителем. Потому что я могу взять отпуск. С крэком на рассвете. Я помню, кто-то рассказывал мне о Таиланде, об этом удивительном и волшебном крае. Так как же сестра? Такая же сумасшедшая и безумная.
Эй, ребята, что на завтрак? Я умираю с голоду. Что? Тут нет еды в этом доме. Ага. Все, что мы могли найти, это был чай. Ладно, тогда. Кто хочет пойти в город? Какого хрена? Наверное, просто ветер. Сэр? Сэр, с вами все в порядке? Похоже, он в коме. Разве что в стоячей. Эй, стопани, мы не говорим на тайском. Ой. Ну извините, что беспокою вас. Мои извинения. Он в порядке? Да. Он просто любит блуждать иногда. Опять же, очень жаль. Спасибо. Ну, это было жутковато. А я жрать хочу, так что пошли. Ничего себе, какая польза при разделении времени. Без понятия. Давайте остановимся здесь на секундочку. Я хочу посмотреть что-нибудь. Сумочки. Ты же не носишь украшения. Это было Риме. Опа, дракон. А, привет. Сколько это стоит? Сколько? 90 бат. Это около 3 американских долларов. Что? Хорошо. Аль, что думаешь насчет этой сумки? Да, это сумочка. Это сумка-крутяк, думаю я. Ладно, покупаю. Так что, девочки, какие планы на сегодня, а? Ну, мне кажется, у нас есть только неделя до начала работы. Спасибо. И по работе. Значит, вы поможете прекрасным, беспомощным маленьким детишкам и с радостью придете к ним? Да, это именно то, что я имел в виду. Ага. Да. А ты как, Аль? Что? В клуб. Вечерком. Я думаю, что те ребята следят за нами. Странно. Сменим тему. Нет, серьезно. Я увидел их, когда ты покупала свою сумочку. Эй, вы, ребята, хотите что-то или что? Ага, вот как. Ой, ладно, Аль, не волнуйся. Я уверена, что они безвредны. Как угодно. Хорошо. Сдачу, благодарю. Так, что, голосуем? Спасибо. Голосуем, голосуем? Да, клубняк — это круто. Хорошо. Да, мы будем танцевать, бухать, принимать неверные решения. И это будет для тебя во вторник. Прикольно. Хорошо, я тоже в деле, но просто в качестве наблюдателя. Потому что у меня есть парень. Ну, тем более, это повод выпить. Ага. Я серьезно думаю, что Шейн может сделать предложение в ближайшее время. Звучит мерзко. Звучит ужасно. Нет, это же хорошо. Ты на самом деле скажешь «да»? Мы вместе уже 4 года. Как ты понимаешь? Господи. Я думаю, что мои самые длинные отношения были, по-моему, около 5 недель.
Девчонки, вы готовы еще для одного раунда? Да. Мы должны заказать побольше, с гигантскими соломинками. Да. Звучит как ведро с пойлом. Звучит как ведро наслаждения. Ведро наслаждения? Отлично, аквариум. Звучит удивительно, и ты будешь в восторге. Сможешь выпить? Конечно. Разрешишь мне купить тебе выпивку? Здрасте. Нет, спасибо, конечно. Мои подруги и я собираемся долбануть по аквариуму. Эй, пожалуйста, пусть Колин позаботится о нем. На самом деле, нет проблем. Он просто сослался на тебя в третьем лице. Хорошо, Колин, прости, но мне просто неинтересно. Я могу быть заинтересована. Рэйчел, где ваши парни? В Америке, верно? Да. Я, блядь, так и знал. Как это, прежде Лейкерс, верно? Да, я американка и люблю Лейкерс. Ты из Мичигана? То же самое. Что, ты походу британец, да? Да, я в Лондоне родился и вырос. Разрешишь мне купить тебе выпить или нет? Нет, я просто не заинтересована. Еще там? Тук-тук. Кто там? Парня, которого ты сделал долбоебом. И на том спасибо, высоко оценил. Ух ты, ёпта. Всегда пожалуйста. Честно говоря, кто это был? Рэйчел, ты видишь своих друзей? Да, они супер милые. Мне нравится зрелый джентльмен. Нет, это те парни, которые следили за нами ранее. Что? Боже мой, эти ребята такие плохие. Здесь темно. Трудно рассмотреть. Алекс, ты уверена, что это они? Уверена. Да, это определенно они. Я иду туда. Я пойду поговорю с ними. Рэйчел, нет, нет, нет. Рэйч. Ой, Рэйч, о боже. Какая-то девушка идет. Здрасте. Привет. Вы, парни, преследуете нас? Рэйчел. Подлей-ка мне. Определенно нет. Не верю, но хорошо. Ты модель. Я могла бы быть ей. Скоро вернусь. Приготовьтесь. Меняем место. О, хорошо, мы уходим. Нет, мы к ним присоединяемся. Нет. Что? Да. Они хороши. Они милы, и они мужчины. Я уже говорила, что они мужчины. Давай я напомню тебе, что эти милые, хорошие ребята преследуют нас около 6 часов. Рэйчел, ты уверена? Да. Да, я уверена. Они просто думают, что мы модели. Да мне насрать, что они думают. И на кого они похожи, ясно? У меня есть парень. Господи, ты посмотри на них. Они пялятся на нас. Они не мирские. Британцы. А это значит, что умные. Да. И кроме того, вы, ребята, не испортите это для меня. Вы знаете, сколько времени прошло, когда у меня был секс? Да. Очень долго, ясно? Так что вы должны принять одного в комнату. Пожалуйста. Нет, нет, нет. Я не пойду туда. Господи, нет. Я останусь с аквариумом. Я не хочу, чтобы было как в Вегасе. В 2010 году. Там был бассейн. И была неотложенная помощь. Это то, что я думаю? О, боже мой. Я спасла твою задницу. Ты у меня в долгу. Ты пиздец, как у меня в долгу. Отлично. Отлично, хорошо? Но тогда все это закончится для нас. Ты слышала? Мы равны. Даже Стивен. Да. Все правильно. Заберу ковшик. Да. Знал, что вернешься. О, хорошо, отойди назад, англичанин. Отлично, отлично.
Помедленнее, детка. Я же пьяный чутка. Ладно. Береги голову. Вот такой вот домик. Старый домино. Мне нравится. Все нормально? А, да, все прекрасно, спасибо. Все просто отлично. Нет, ты не играешь, как они. Мы можем просто прижаться. Нет. Видишь, я... Я не кусаюсь. У меня, видишь ли, боже мой. Боже мой. Эй, ребята, какой-нибудь бухач есть в хате? Не. Нет, нихуя выпить. Нет вискаря и ванеры нет. Может, ганджубас есть, а? Нет, у нас никакого ганджика в нашем доме. Слухай, не волнуйся, а? Потому что если я засуну свою ручонку в заднем кармане и... Опаньки! Ну, вставайте, идем. Троекратный ура. Пойдем накатим. Давай. Давай. Ты такая клевая. Для меня? Пей. Пей до дна. Пей до дна, пей до дна. Да, детка, да. Давай, бухай. Хорошая девочка. Профессионалка, ёпты. О, да. Нет, я... Нет. У меня где-то было в баре. Давай, держи. Давай. Давай, все ништячок. Что здесь, алкоголь? Просто алкоголь. Да. Ты будешь? Не, я не пью. Дубином ли? Что ты ебать делаешь? Что ты нахуй творишь, Джулия? Ты сумасшедшая сука! Держись от меня подальше! Байрон! Ты труп! Ты труп! Не подходи ко мне! Отъебись от меня! Отъебись от меня с этим! На помощь! Байрон! Байрон! Держись от меня подальше. Нет, пожалуйста, не надо. Не делай этого. Не надо, пожалуйста, не надо. Нет, нет. Сучара пизданутая. На помощь. Господи, что ты делаешь? Пожалуйста, не надо. Остановись, пожалуйста, прекрати.
Что ты делаешь? Нет, нет. Держись подальше. Держись подальше. Я извиняюсь, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Помогите мне, пожалуйста. Держись подальше. Не надо. Помогите мне. Кто-нибудь, помогите. На помощь. Пожалуйста, 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 не надо. Нет. Нет, 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 нет. Уйди. Уйди. Помогите. Кто-нибудь, помогите! 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 Нет! Пожалуйста! Помогите! Помогите! Пожалуйста, прекрати! Хватит! Что ты делаешь? Нет! Прекрати! Хватит! Не надо! Остановись!
Алекс, ты встала раньше меня? Знаю, сама в шоке, как и ты. Я не спала всю прошлую ночь. Мне снился странный сон. Что за странный сон? Насильственный. Отвратительное насилие. Напомни мне, чтобы я никогда не пила из фляжки с английскими мужиками, когда-либо еще. Ага. Чувствую, что это была ошибка. У меня был подобный сон. Он был тревожащим. Я убила Колина. В своем сне, я имею в виду. Да, я видела тот же сон. Но это был Байрон. Мы были не в себе. Те ребята напоили нас прошлой ночью, ведь так? Я имею в виду, что это все объясняет. Вот почему мы чувствуем себя так непонятно сегодня. Это объясняет наше затмение. Этот сон был таким реальным, хотя... Господи. Я честно чувствую сейчас себя очень плохо. Так, где же ребята? Никого. Подождите минутку. Мои драгоценности пропали. Нет. О, боже. Пиздец, все мои вещи пропали тоже. Они украли мамин браслет, который она дала мне перед смертью. Эй, слушай. Рэйч, мы вернем его обратно. Я обещаю. Иди сюда. Все хорошо. Байрон, ты здесь? Верни мне мое говно. Колин. Влад. Вы хули издеваетесь над нами? Смотрите. Эти ублюдки ограбили нас. И они даже взяли дурацкую статую. Зачем они взяли изношенную статую? Все это хуйня. Она не имеет никакого смысла. Если они ограбили нас, почему они не взяли что-то более ценное? Как компьютеры или сотовый телефон, или айпады, или наличные? Какая-то несостыковка. Да, я полагаю. Может быть, они были в спешке? Алекс, статуя тяжелая. Это не та вещь, чтобы взять ее в спешке. Это не к добру. Нет, это нехорошо, девчонки. Какого хера случилось прошлой ночью? Я имею в виду, во-первых, я в шоке, что мы убили их. А теперь я злюсь, что они ограбили нас. Я имею в виду, что это? Джулс, успокойся. Мы что-нибудь придумаем. И что мы будем делать? Если эта статуя была античной или что-то, она стоит много денег. Сколько денег? Я не знаю. Тысячи? Я имею в виду, я не знаю. Я видел античный ролл-шоу. Это не так, если мы арендовали место, да? Программно нас поместили сюда, и мы не несем ответственности за эти вещи. Да, но могут. Я думаю, что мы должны просто сказать им все. Прежде чем они подумают, что мы взяли эту штуковину. Джулс, ты правда считаешь, что лучше сказать правду? И это не подходит, я вам точно говорю. Все мы немного испуганы. Да, я знаю. Ну а ты как думаешь? Я думаю так.
Но если мы в конечном итоге попадем в тайскую тюрьму, я не буду выковыривать тараканов из ушей. Я позвоню. Алло? Это Джулия. Так, послушайте, кто-то вломился в наш дом, и они взяли все наши золотые украшения, и даже некоторые личные вещи. Да. Я ненавижу говорить это, но они взяли в натуральную величину золотую статую. Как так золотой статуи нет? Что она сказала? Нам конец? Что? Ей было 1000 лет? Она сказала, что нет никакой статуи. Что? Да. Я рассказал ей всю историю. Я даже писала статую в полной детализации. А директор жилищной программы сказала, что нет никакой статуи. И нет никакой претензии. Но она обязательно посмотрит. Она посмотрит? Да. Я предполагаю, что она думает, что я сумасшедший или типа того. Так что я думаю, мы невиновны. Это не может быть правдой. Она была прямо там. Да? Я ее тоже помню. Думаю. Думаешь? Ну, я не знаю. В этот момент я едва даже помню, что было вчера. Уже не говоря о парнях, которые ушли утром. Так что да, я сомневаюсь немного в своей памяти. Слушай, я знаю, что это было сумасшедшее утро, но я жрать хочу. Пожалуйста, мы можем просто купить хавки и поговорить об этом. Да, мне нужно отдохнуть от всего этого. Хорошо, давайте лучше что-нибудь пожрем, а и поговорим об этой статуе. Почему мы хотим найти статую, если по программе ее никогда не было? Я просто хочу знать, сколько эта штука стоила. Мы не сумасшедшие. Статуя была в доме. Я не знаю, Рэйч. Что мы сделаем, узнав, сколько она стоит? Я имею в виду, она исчезла. Я уже и так чувствую вину. Да, разве это не беспокоит тебя? Куда она делась? Может, ее мальчики украли? Да, я тоже об этом думала. Я что-то чувствую себя не очень хорошо. Простите, сэр. У вас есть эти, из золота? А, да. Много-много статуй. Какие нравятся? Очень хорошая цена. Как это, но из настоящего золота. И как ребенок. Да? Нет, как очень юная и выглядит как маленькая девочка. Ростом с нее. Но настоящее золото, а не окрашено. Настоящий ребенок, настоящее золото. Не знаешь, что это значит? Что это за статуя? Нет. У меня больше ничего нет. Я продавать большие. Хорошо. Ты знаешь, о чем я говорю, правда? Ты понимаешь? Понимаю, да. Но у нас нет. Мы не делаем этого здесь. Хороший магазин, очень хороший магазин. Спасибо. До свидания. Хорошо. Спасибо. Привет. Я могу тебе помочь? Или нет? Рэйчел? Не преследуйте жуткую азиатскую девчонку, Рэйч.
Хорошо, мы догнали. Да. Теперь мы можем ее убить все вместе. Что это за место? Отвратительное. Я не знаю. Девки, это похоже на какую-то заброшенную деревню или типа того. Господи, как она-то не запыхалась? Я не знаю. Она ребенок? Думаю, она хочет, чтобы мы зашли внутрь. Мнение? Но мы уже здесь, не так ли? О боже мой, давайте просто свалим отсюда, ладно? Какое-то пиздохранилище. И она бухая. Тихо. Привет. Мы ищем статую. Она золотая, как ребенок. Есть? Не, не это. Это совсем другое. Она золотая. Что-то вроде этого. Настоящее золото. Я не думаю, что у меня есть все, что вы хотите. А маленькая девочка на рынке сказала, что есть. Маленькая девочка? Она прямо тут. Она была прямо здесь. Алекс. Ну ладно. Ладно, хорошо, спасибо. Пойдем. Да. Спасибо. Ну мы просто уходим. Стоп! Это золотая статуя, как вы сказали. Да, вот именно. Что это? Кумари. Золотая девочка. Золото настоящее? Да. Очень специальное. Очень редкое. Очень старое. Ну, думаю, вы ее не продадите. Не для продажи. Очень, очень желаю удачи. Почему ты не хочешь? У нас была одна такая, но у нас ее украли. Мы не совсем уверены, что с ней случилось. Как ты ее раздобыла? Ты купил ее на черном рынке? Нет, она была в нашем доме. Кумари должны поклоняться. Она родилась в очень темном месте. Предназначена, чтобы принести свет. Это просто статуя. Нет, не просто статуя. Она выбрала тебя. Что вы знаете? Я думаю, просто хватит. Ладно. Кумари — девочка великого жертвоприношения. Но эта девочка не меньше. Она чувствует ревность, злобу, обиду. Кумари привела вас сюда. Она сбежала. Что сказала дама? Это маленькая девочка — видение. Нереальная. Да поебень. Она следует за вами. Она твоя статуя. Она выпустила ее наружу. Какого хера ты лялякаешь? Это для вашей защиты. Носите его, чтобы держаться от нее подальше. Кумари, она стала против вас. Она готова мстить. Хорошо, с меня хватит причуд за день. Да, я за тобой. Вы знаете, звучит это дебильно.
Если бы ты знала, что может сделать Кумари, ты бы посмотрела все по-другому. Что теперь? Думаю, идем домой. Здорово. Звучит как благословение. Алекс, что ты делаешь? А что? Барахло дала нам пьяная старуха. Чтобы держать нас в безопасности, да? Пожалуйста, это твои похороны. Я поставлю тебя туда, где каждый может увидеть себя. Нормально. Итак, Джули сказала мне, что вы, ребята, хотите узнать немного больше об тайской легенде. Про Кумари. Да, мы оккультивируемся. Да ладно. А я как-то подумал, что какая-то жуткая старушенция сказала, что тебя преследует призрак ребенка. Ну, это тоже. Я вела его в курс дела, очевидно. Ну ладно. Ну, получается, какое-то серьезное дерьмо, да? Когда ребенок умирает насильственно в большинстве ужасных несчастных случаев, или безотносительно, что бы они сделали, они взяли бы тело, слили его кровь, высушенные кости сожгли бы и опалубили бы проклятым золотом. Все части этого ритуала Кумари. Должно принести удачу. Как мерзко. И это еще хуже. Многие некроманты, они хотели больше детей. Так вот, они и делали это. И тогда фактически начинали убивать. И в конце концов, правительство Таиланда запретило эту штуку. Но они по-прежнему делают это и продают на черном рынке за $1000. Боже мой. Вот почему старушка спросила, где мы ее получили. Это фактически предполагалось поклонению. И поэтому, как я понял, вы, девчата, неудачно поклонились. Ее частям мы дали ей уйти. Боже мой, ее украли. Как это может быть нашей виной? Ну, старая ведьма сказала, что мы позволили ей уйти. Я не думаю, что она физически сбежала. Скорее всего, сбежал дух девочки. Так она оказалась в ловушке? Да. И теперь она жаждет мести. Лучший совет, который я вам дам. Шейн? Шейн? Бляха, ком сдох. Вот так вот просто? Да, каковы шансы? И что же мы должны делать? И до свидос. Спасибо, Алекс. Это было супер полезное резюме. Хорошо, новый план. Мы выдвигаемся. Оставляем дом? Да, мы сходим в жилищный офис завтра. И мы попросим, чтобы нас поместили в другое место. Ты думаешь, они согласятся с этим? Я не думаю, что американские — часть их волонтерской работы. Да мне насрать, что они думают. Тайская статуя или нет статуи — это дом, это... У меня очень плохое предчувствие. Британцы — старик, и эта статуя... Ну, британцы были по моей вине. Точняк. И Алекса. Не совсем. Знаешь что? Не имеет значения, чья это вина. Все об этом просто кричат. Убирайся нахрен. Серьезно? Ладно. Это нереально.
Это нереально. Боже мой! Кто-нибудь, помогите мне! Вытащи меня нахрен отсюда! Бог ты мой. Господи. Там что-то есть. Я почувствовал ее, я видела. Там что-то в ванной. Девушка была в ванной. Я видела ее вдруг. Я была там. И эта вещь была в шкафу, и...
И она стала ползти по... Рэйчел, я видел ее в воде, а затем в зеркале. И это была девочка. Эй, эй, все заткнулись. Джулия, оденься. Иди. Что происходит? Я не знаю. Мы не можем оставаться здесь. Я очень напугана. Я тоже, но куда мы пойдем сейчас? Мы среди ночи. Мы в какой-то вдолбанном Бангкоке. Мы в глуши Таиланда. Ну тогда вызови такси, пусть приедет. У кого есть сотовый телефон? У меня не было обслуживания с тех пор, как я сюда попала. Блять. Мы будем спать наверху. Один в поле не воин. А потом, я думаю, нам нужно навестить ту старушку. Нет, 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 нет. Не-не-не-не-не. Да, нет. Ты сказала, что мы просто уйдем отсюда. Это кажется гораздо безопасный план. Я не думаю, что это дом. Я думаю, что это девочка. Разве я знаю тебя? А это ты. Хочешь что-нибудь спросить. Боже, Рэйч. Девки, вы готовы? Я думаю, да. Хорошо. Это грязь? На полу. Мы, наверное, просто наследили вчера. Ну, пойдем. Пошли. Где она? Ой, это нехороший знак. Великолепно. Мы пришли в такую даль, а ее даже здесь нет. Что-то не так. Нет, вовсе нет. Пошли. Что вы здесь делаете? Извините. Так, извините.
Он знал семью, которая жила здесь много лет назад. Теперь он путается и забывает, что они больше не с нами. Все в порядке? Да, он в порядке. Я отведу его домой. Подождите. Что это? Что он держит? Не знаю. Оно не имеет никакого смысла. Я еще раз извиняюсь. Но почему он указывал на нас? Он сказал, вы все забрали его у нее. Он что-то знает об этом. Я это чувствую. О, Господи. Вы видели, как он указывал на нас? Это что-то мы сделали неправильно. Это амулет, который он держал. Да, Дома Духов. Прости. Когда мы впервые приехали, я взяла из Дома Духов. Она выглядела круто. Я не знал, что так получится. Этот Дом Духов, который сейчас заполнен мертвыми цветами? Да, вот так просто. Все верно. Я иду туда. Что? Нет, Рэйчел, он даже не говорит по-английски. Слышишь меня? Это безумие. Джулс, у нас были ужасные убийства во сне. Мы видели призрака маленькой девочки. Я собираюсь туда, ладно? Я хочу все это остановить. Отлично. Жуткий дом, каков он и есть. О, это вы. Чем могу помочь? Мне нужно поговорить с этим стариком. Да, чрезвычайная ситуация. Я извиняюсь, но в настоящее время мы не можем. Прекратите. Извините, но это очень грубо. Слушайте, я знаю, что он ворвался в ваш дом. Я извиняюсь, но ему не очень хорошо. Пожалуйста. Мне очень жаль, но это срочно. Вы нужны нам, чтобы спросить его о предыдущих владельцах этого дома. Чтобы знать, есть ли подключение. Подключение к чему? Амулет, он взял его. Ясно? А тут еще эта маленькая девочка-статуя, которая пропала. И мне просто нужно поговорить с ним, ясно? Я не собираюсь спрашивать его ни о чем. Он сказал, что поможет вам. Спасибо. Старый дом принадлежал его брату Тиви много лет назад. У Тивы была красивая жена по имени Саморн и дочь по имени Ванида. Тива был хорошим братом и хорошим человеком. Саморн была беременна, и они знали, что появится сын, которого они желали. Но Саморн была очень больна. Она прошла многих врачей, но ни один из них не смог ей помочь. Тива был очень отчаянным. Он пошел к гадалке в город. Некоторые люди называли ее ведьмой. Она была известна общением с мертвыми. Ее звали Исра. Тива спросил ее. Тива умолял ее, чтобы она сохранила жизнь жены и нерожденного сына. Он сказал, что сделает все, что угодно. Она переспросила его, действительно он сможет сделать все, что угодно. Исра сказал ему, что он обменяет одну жизнь на другую. Но они должны быть из одной родословной. Тива понял, что это означало, что он должен отдать не только свою собственную жизнь, но и своей юной дочери Ваниды. Он не хотел этого делать, но он чувствовал, что не было другого выбора. Исра выяснил, есть способ сохранить дух Ваниды живым. Она сказала, что если она будет покрыта кровью замученного человека, кровью Тивы, а затем и заключенного в золото, то ее дух будет жить вечно и может принести удачу ее семье.
Тива согласился сделать это, но его жена не была счастлива. Но не мог позволить своей жене и сыну умереть. Она просила Тиву не делать того, но Тива был полон решимости спасти свою жену, несмотря на такую цену. Он попросил меня об одолжении. Он попросил меня помочь с этим ритуалом, принести мои инструменты из золота из моего магазина. Я сказал ему нет. Но он просил меня. Что я мог поделать? На следующий день я пошел к себе домой за своими материалами. Мы спустились в подвал. Вниз в ад. Она была такой маленькой. Слишком легко было ее убить. Когда это было сделано, мы пошли наверх к Самор. Когда я вошел в комнату, я увидел ее. От этого образа я не мог избавиться. Там была она. Висела на веревке. Красивая, беременная Самор. Она повесилась. Все пошло не так. Ритуал был зря. Исра предупредил меня, что дух ребенка теперь будет беспокойным. Ее смерть напрасна. Так мы создали амулет и поместили его в духовном доме. Так, чтобы ее дух не был свободным, чтобы выйти в мир и по сей день. Статуя в доме. Это Ванида, маленькая девочка. И вы это сделали, и вы убили ее. Да. Как мы можем остановить ее? Кумали, мы не можем остановить ее. Она сама она. Мы сделали ее так. Она такова, какова она есть. Она то, что мы создали. Кумари не остановить. Должно же быть, что мы можем сделать. Он хочет отдать тебе это. Спасибо. Это поможет? Мы должны идти. Я не могу поверить, что он убил маленькую девочку. Мы должны уехать прямо сейчас. Его брат попросил его. И мы не можем просто уехать. Вы слышали, что он сказал? Он мог бы сказать и нет. И не было бы у нас всего этого кошмара. Это не так просто. Эти ритуалы реальны для них. Он, наверное, думал, что он помогает. Ты серьезно сейчас? Он убил Ваниду. Он зарезал ее в открытую, слил ее кровь и покрыл ее в золото. Как куклу. А для чего? Для нерожденного ребенка? Аля, успокойся. Не говори мне, успокойся.
Дай мне это. Так, дело сделано. Зачем соль, Аль? Видела по телеку. Дай мне мое лекарство. Я хочу лечь спать. О чем ты думаешь? Я устал. Дай мне мое лекарство. Что у тебя за спиной? Дядя, это правда, что ты сказал этим девушкам? Дядя Санг. Как ты меня назвал? Дядя Санг. Ты же мой дядя. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Не говори мне, что меня уже ты забыл. Ванида? Мне так приятно, что ты помнишь обо мне, дядя. Конечно, я помню тебя. Я тот, кто заботился о тебе все эти годы. Ты заботился обо мне? То, что ты сделал для меня сейчас, это называется забота? Запланировал, чтобы моя душа осталась в статуе? Так ты заботился обо мне? Я хотел защитить тебя. Когда-то ты защищал самого себя. То, что ты сделал, называется трусостью. Я не трус, я сделал все, чтобы позаботиться о тебе. Ванида, пожалуйста, остановись. Отпусти его, ради бога. Ванида, отпусти его. Ванида, пожалуйста, отпусти его. Разве ты не трус? Уверен, что не трус? Послушай меня, дядя. Этому телу осталось совсем недолго. Я должен кое-что тебе сказать. Ты сказал, что нужно было, чтобы были две жертвы той же линии крови. Мой отец тебя просил, чтобы ты принес себя в жертву. Но ты отверг себя. Ты сделал это для меня. Да как ты смеешь, скажи мне, что ты не трус. Ванида. Прости меня, прошу. Остановись. Почему не остановишь меня? Это исходит из дома Санги. Мы должны отправиться туда. Нет. Тебе не кажется, что мы должны просто пойти в полицию? У нас нет связи. Что, если он в беде? Что будем делать? Пойдем. Ты убил его. Ты убил его. Так же, как убил своего брата Иваниду. Зачем? Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? Нет. О, боже, боже, боже. Это плохо. Это так плохо, Джулия. Заткнись. Так, 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 это плохо. Джулия, заткнись. Заткнись. Я только что убил его. И не говорите мне «заткнись». Мы убили его. Мы все здесь. Это вся наша вина, понятно? Мы должны свалить прямо сейчас. Что мы будем делать с трупом? Рэйчел, тут два тела. Оставьте их. Давайте просто уйдем. Пошли.
Я не виню тебя, Джулия. Это должно было случиться. Нет, этого не должно было случиться. Я убил его. Он был убийцей. Я не могу поверить, что сейчас слышу. Что с тобой? Давайте не будем тараторить сейчас, ладно? Мы должны покинуть эту страну. Надо сесть в самолет. Все, пойду собираться. Джулия, просто собирайся. Хорошо? Это еще откуда? Я не знаю. Я не помню, что там была дверь. Ну же, Рэйч, это просто шкаф. Пойдем. Это подвал. Алекс, ты там? Ребята, спускайтесь сюда. Боже, что за запах? Фу. Боже. Это знакомо кому-нибудь? О, боже. Я видела это во сне. Я тоже так думала. Я знаю, это было излишним. Алекс, это не смешно. Никто не сказал, что это было. Это были мы? Это невозможно. Окровавленная одежда. Что окровавленная одежда? В моей комнате. Я нашла ее. Я не знала, что делать. А теперь я поняла, почему. Она была с нами. Она всегда была с нами. Ошибаешься. Все началось с вас. Тогда вы обе одели амулеты, а я свой сняла. Наконец-то свободна. Алекс, что ты делаешь? Показываю, что могу сделать. О чем ты говоришь, Алекс? Твоя ведьма мертва. Я разбила ее ебало в джунглях.
И медсеструхи? То же самое. И старпер? Ну вы, ребятки, были там для этого. Это было прикольно. Хорошая работа, Джулия. Я не думала, что в тебе это есть. Алекс, мы же твоя семья. Ты не моя семья. Алекс, что ты делаешь? Прекрати! Нет. Алекс? Алекс, остановись! Что ты делаешь? Алекс, все же хорошо! Это я! Это Джулия! Алекс, пожалуйста! Прекрати, Алекс! Это Джулия! Остановись! Что же ты делаешь? Пожалуйста, хватит. Хватит же. Прекрати. Стоп. Нет. 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 Нет, хватит. Нет. Боже мой. Послушай меня. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я твоя сестра. Пожалуйста, прекрати. Господи. Нет. Пожалуйста. Нет. Нет, хватит. Алекс. Зачем ты это делаешь? Алекс, пожалуйста. Послушай меня. Послушай меня, я же люблю тебя. Не делай мне больно. Ты же моя сестра. Ванида, остановись. Я знаю, что ты здесь. Ты не должна делать этого. Я знаю, что они делали ужасные вещи с тобой, но это не мы. Верни мне мою сестру. Они все отняли у меня. Они забрали мою жизнь. Они взяли мою кровь. И для чего? Чтобы создать себе удачу. За жизнь чужого? Вы трое пришли сюда. Правильные, самодовольные, заносчивые. У вас есть все, что я когда-либо хотела. Но вы освободили меня. Это не мы.
Эй, детка, что произошло? Я как раз собирался идти спать. Алекс, в чем дело? Алекс, с тобой все в порядке? Что происходит? Что-то случилось с Джулией. Тебе необходимо вылететь срочно сюда. Перевод Куценко. Закадровый текст читал «Даты нет». Thank you.